больше света! Больше света! Больше света! Проверяю! Все ли готово? Все готово! Прочь волнения! Всем успехов пожелаем! И концерт наш начинаем! Выступление на сцене опере мы посвящаем! О, опера! Даешь ты зрителям пожизненный заряд! И раздвигаешь время и пространство, уносишь душу в чувственный полет. Фантазии в процессе представления мысль поднимаешь до космических высот, а сердцу даришь трепет возбуждения. С тобой свидание нежно лечит душу, уводит грусть, печаль и тень сомнений, когда свечей свет медленно погашен, и набираемся мы новых впечатлений. Вольфганг Амадей Моцарт.
австрийский композитор и один из величайших мелодистов. Его мелодика сочетает черты австрийской народной песенности с певучестью итальянской кантилены. Особое значение Моцарт придавал опере. Их у него более 20, ибо оперы – это целая эпоха в развитии музыкального искусства. Наиболее популярные из них – это «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро». Моцарт жив по собственным часам. Вечно жить, насколько оно уютно. Моцарт верен звуку абсолютно. Для чего – уже не знает сам. Поднимаясь выше башен крыш, Моцарт нам обогатил пространство. Вашему вниманию дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан». Исполняют Юлия Башкатова и Марк Андриенко. Из оперы «Волшебная флейта» исполняет Елена Ищенко. Thank you.
Папагены из волшебной флейты исполнят Марк Андриенко и Елена Ищенко. Guardi la stella.
играя с оперы «Кармен» Жоржа Бизе, в оперу хлынули сюжеты из реальной жизни. С нее началось новое направление, когда музыка стала отражать правду жизни. Давайте насладимся шедевром оперной музыки арии «Хосе» из оперы «Кармен» в исполнении Олега Фоменко. Она полна прекрасных мелодий и восточного колорита. Слушайте дуэт цветов в исполнении Юлии Башкатовой и Дарьи Соколенко. Je te déjoue, le rhum est sur nerveuse.
Антонин Дворжик. Все мы вышли из детства. И с той поры, когда услышанные сказки вызывали у нас самые различные фантазии и чувства, и мы снова и снова просили прочесть новую сказку. Сказки вдохновляли многих поэтов. Композиторы также вдохновлялись волшебными сказками. Вот опера «Русалка» Дворжика построена на истории любви между водной нимфой и юным принцем. Принц изменил русалке, и ее поцелуй убивает его. Так природа мстит человеку за предательство. Эта опера в разных вариантах ставится на оперных сценах. Арию «Русалки» из одноименной оперы Дворжика исполнит лауреат международного конкурса Юлия Башкатова. Thank you.
продолжаем наслаждаться шедеврами оперной классики. Человек, пишущий для детей, должен быть близок им по самому складу своего характера. Должен уметь серьезно и с горячим воодушевлением играть, быть таким же жизнерадостным, как и они, и при этом не притворяться ребенком, а оставаться взрослым, то есть самим собой. Эти слова поэт Самуил Маршак сказал о композиторе Михаиле Красле, создателе опер для детей. Его оперы «Маша и Медведь», «Муха-цокотуха», «Терем-теремок», «Топтыгин и Лиса» и другие учат детей добру, как и опера «Морозко». Послушайте арию трудолюбивой, мягкой, ласковой Дуни в исполнении Ксении Шевчук, класс доцента Вероники Кабановой, концертмейстер Лариса Суворова. Многие композиторы сочиняли оперы для детей. К их числу относится и композитор Сергей Баневич. Его опера «История Кая и Герды» ставится во многих оперных театрах и пользуется популярностью не только у детей, но и у взрослых. Сейчас прозвучит ария Герды в исполнении Виктории Алексеевой, класс-преподавателя Софии Тихой, концертмейстер Алена Кирис. Thank you.
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Мы любим с детства ночь под Рождество, когда бормочет о царе Салтане и о невесте царской няня Тане, ушедшей в майской ночи волшебство. Девчата с парубками в колдовство вовлечены, гуляют на поляне, как пел Садко в глубоком океане, пленен морским царем, пленив его. Песню варяжского гостя из оперы Садко исполняет Дмитрий Пшикачев. Сопоставления нет морям и рекам. Чайковский был не грешным, не святым, не злым, не добрым и не золотым, а просто гениальным человеком. Как жив он в нас, он будет жив для внуков. И позабыть ли нам порыв простой, как на канавке в зимний час пустой во встречу с Лизой верили упрямо и знали на Литейном особняк, где перед взорами ночных гуляк мелькала в окнах пиковая дама. Арию Лизы исполнит Анна Аверина. Thank you.
речитатив и ария Хрезнова из оперы «Царская невеста». Исполняет Алексей Нестеров, концертмейстер Наталья Ткач. Красавица, и рад бы забыть ее, забыть то силы нет. Напрасно думал честью кончить дело, засылал к отцу я сватов, велел сказать, купец мне наотрез, благодарим боярина за ласку, а дочь свою я обещал другому. Возвратился недавно из краев сюда заморских.
Гаэтано Доницетти, представитель итальянской оперной школы. Его оперы «Линда де Шамуни», «Дочь полка», «Фаворитка». А вот опера «Любовный напиток» отличается легкими ритмами, приятными мелодиями и нежностью. Встречайте лауреата международного конкурса Дарью Соколенко, которая исполнит арию «Адины» из оперы Доницетти «Любовный напиток». Смешалось все, судеб переплетение, собой ты наполняешь естество, ты самое великое творение. Мы будем встреч с тобой и новых ждать, чтоб вновь прожить судьбу героев сцены. Прекрасное в миру стоит искать, чтоб начались к добру все перемены. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену преподавателей, чьи студенты познакомили нас с шедеврами оперной классики. Заслуженную артистку Украины, профессора Людмилу Колесникову. Заслуженную артистку Украины, профессора Людмилу Манасян. Заведующую кафедрой вокала, доцента, лауреата международных конкурсов Веронику Кабанову. Преподавателя, лауреата международных конкурсов Софию Тихую. Thank you.
чедолю расти не приобнюта. Лебямный дольщи кремити, несущий таля море, ой, кеннер йог яли коре, о нико тендева. Лебям Спасибо, дорогие. Спасибо большое.